Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире Печорское телевидение. Информация для жителей и гостей нашего города. Внимание! Только до 6 августа с 10 до 19 часов по адресу улица Гагарина, 11, бывший магазин 7 марта, распродажа шуб от российских производителей. Норка от 39 тысяч рублей. Мутон от 19 900 рублей. Дубленка от 9 900 рублей. Также шапки, пуховики, скидки каждому покупателю. Беспроцентная рассрочка от 3 месяцев до 3 лет, без первоначального взноса, только по паспорту. Акция «Принеси любую старую шубу или дубленку и получи скидку на новую». Экономьте с магазином «Эконом Плюс». Совершая покупку свыше 1500 рублей, вы получаете 30% скидку на весь ассортимент товара. Для вас большой выбор мужской, женской, детской одежды и обуви, текстиль, аксессуары и многое другое. Магазин «Эконом Плюс» вас ждут по адресу улица Гагарина, 17, торговый центр «Аврора», первый этаж. И это вся информация на сегодня. Не переключайтесь, впереди прогноз погоды. Партнер программы «Прогноз погоды» – СКБ «Банк». Хочу холодильник. А я шкаф-купе. Берите, что хотите. Кредитная карта на любые покупки. СКБ «Банк». Свой для каждого. СКБ «Банк» не является публичной картой. И о погоде. По данным синоптиков, завтра, 3 августа, в Печоре ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 2,6 метра в секунду. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха сегодня ночью будет плюс 11-13 градусов, а завтра днем плюс 19-21. Уважаемые телезрители, не забывайте, что объединение «Волна» – это еще и 6 радиостанций разных направлений с вещанием на весь Печорский район. Вы смотрели программу «Прогноз погоды». С вами была Наталья Оншина. Всего доброго и до встречи!